Сейчас вы видите на кадрах оперативной съемки, как двое молодых людей стоят около чужой иномарки. Вдруг машина открывается, и один из них спокойно садится внутрь. Позже выяснилось, что мужчина воспользовался сканером. Таким шпионским способом он вытащил из авто ценные вещи и почти 42 тысячи наличными, а потом собирался вместе со своими двумя друзьями уехать домой. Однако полицейские прервали их планы. Мужчины заблокировались внутри отечественной легковушки, но это не остановило стражей порядка. А теперь версия самих задержанных. Задержали сотрудники полиции. За что? Ни за что. Когда? При каких обстоятельствах? Вчера. Рассказывайте. Да ни при каких, просто задержали и все, вытащили из машины, привезли сюда. Мы были на Затоне, в поселке Затон, на набережной. С нами был наш человек, которому предъявлено обвинение, ему, не мне, а ему, в том, что он украл из автомобиля деньги. Мы вообще приехали искупаться, там, позагорать. На самом деле купаться ушли только потерпевшие, беспечно оставив в машине банковские карты, паспорта, сотовые телефоны и почти 42 тысячи наличными. Благо, эта история закончится для них без потерь. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 37-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, дежурная часть, Саратов.